Так, Эрик. Почти равная позиция, какая-то симметрия получилась. Быстро соперник разыграл дебют, видимо, все это. Эта теория, где-то, может быть, я потерял темп важный. Как вариант. Как опция? Так, стоп. Размен. Пытаюсь цепляться как-то. Есть ли шанс выиграть такую позицию? Опа, пешечный, интересно. Давайте перейдем. Проверим, так сказать, пешечник. Интересно играет соперник. Нетривиально. Попробуем F4, может отдаленный проходной создадим и выиграем. Как насчет такого расклада? Отдаленка же, нет? Или я что-то не понимаю? 2К в 119 году отдаленная не выигрывает уже, что ли? Не понимаю. Вот момент истины. Королем на g5 взять? Или пешкой? Пробуй королем. Чтобы дальше было идти до пешки аж. По-моему, опять эндшпиль выкатан просто в нулину. Народ не особо эндшпиля чествует. Казалось бы, ну такие элементарные вещи надо знать и уметь. Но нет.